Как мы учим выходить собаку из двери? Сейчас я покажу это упражнение на примере клетки. Мы даем собаке команду сидеть. Собака садится, получает кусочек. И начинаем медленно. Нет. Открывает дверь. Если собака будет вставать, я дверь сразу закрою. Дверь открывается очень медленно. Собака продолжает. Вот сейчас я дверь закрою. Собака сидит. Можно ее похвалить за то, что она сидит. Молодец, хорошо. Если собака будет пытаться выйти, я буду закрывать дверь. Но при этом я не буду толкать собаку, отодвигать ее или пытаться вернуть на место. Сидеть. Если собака встает, я прошу ее сесть. Сидеть, Мими. Мими, сидеть. Сид. Мими забыла команду сидеть. Сядь. Да, хорошо. Потихонечку открываем дверь. Выходи. По команде Мими имеет право выйти. Хорошо. Упражнение «Выход из дома» на примере входной двери. Собака хочет выйти. Мы ее просим сесть, сидеть. Открываем дверь. Если собака встает, дверь закрывается. Да? Команда «Сидеть». Сидеть. Хорошо. Собака сидит, дверь закрывается. Сидеть. Собака сидит. Хорошо. Если мы будем выходить на улицу, то мы делаем «Нет». Если собака встает, тут же закрываем дверь. Хорошо, хвалим ее. Курандец. Делаем вид, что мы выходим. Хвалим. Хорошо, собака остается. Хорошо. Иди гуляй. Она пошла погулять.